Провела Новый год, в 5 утра пришла домой. Привет, меня зовут, как? Привет, меня зовут Эвелина, я учусь... Стой, в эфире «Молодежные новости». И сейчас я вам расскажу, так примерно, да? Наверное, выглядит репортаж. Вы согласны? Начинаем с представления. «Молодежные новости». Привет всем, меня зовут Эвелина, я провела Новый год отлично. В Новый год я погуляла до 5 утра, скушала торт, дети были все веселые. Дальше. Настроение было позитивное. Ну. Зритель был очень прекрасный. Где? На сцене. Как вы думаете, справилась? Нет. Что не хватает?